Друзья, всем привет! Сегодня у меня очередной интересный рецепт теплого салата из куриной грудки и кабачка на ваш новогодний стол. Поехали приготовим! Ингредиенты для сегодняшнего салата просты, и их очень мало, но это будет потрясающе вкусно. Это половинка куриной грудки, 50 грамм соевого соуса и 50 грамм сладкого чили, одна чесночинка и, собственно, наш кабачок. Ну а дальше пойдемте, я вам покажу. Для начала, меленько-меленько, убрав с курицы, с грудки все пленки, вот прям насколько у вас получается, вот настолько мелко и нарежьте вашу курицу. Вот смотрите, такая мелкорубленная курица у меня получилась. Теперь все просто. 2-3 ложки масла растительного. Прям сковородка должна быть разогрета вот до максимума. И отправляем сюда. Добавили перец. Пока курица обжаривается, одну чесночину раздавили и мелко нарубили. Курочка-то золотистая обжарилась. Зубчик чеснока сюда отправили. Следом столовая ложка кунжута, про которую я чуть не забыл. И продолжаем дальше обжаривать на большом огне. Смотрите, не упустите, кунжут быстро горит. Говорю это в каждом из своих рецептов. Пока наша курица обжаривается, на корейский манер нарежем кабачок. Курица обжарилась. И самое время добавить соевый соус и сладкий чили. И перемешать. Согрели. Не ждем, пока все выкипит. Отдельная плошка. А теперь добавим наш кабачок и перемешаем кабачок с нашей курицей. Чувствуешь, какой запах своего соуса? Угу. А теперь самый главный и основной фокус. Минут на 5 накроем тарелкой, и кабачок чуть-чуть подразмягчится. Смотрите, 5 минут. Это великолепный салат. Ну а теперь выложим в центр. Ну и чуть-чуть кинзы сверху. Для дополнения запаха. Вот смотрите. Ребята, это классно. Искренне советую вам приготовить данную курочку, теплый салат на ваш новогодний стол. Ну что, до скорых встреч. Будет еще много интересного. Пока-пока.